Насколько я понимаю, ждет всех пензенцев большой сборный концерт. Что в программе, по крайней мере, вы что представите и чем порадуете пензенцев? Да, будет совместный творческий концерт всех коллективов. Будет очень интересно, весело, задорно. Разножанровая программа и песни, соответственно, разной тематики. Так, у вас несколько номеров, да? Мы будем представлять два номера. Это лирическая хоровая песня женская и «Казаки да казаки». Песня танцевальная композиция. Ну и впереди у коллектива, я так понял, отпуск небольшой, да, потом вновь приступите к работе. Ну да, отпуск действительно небольшой, потом у нас начинается концертная программа, деятельность и как бы изучение нового материала, подготовка новой программы. Насколько я понял, сезон был достаточно насыщенным и завершается он большим сборным концертом. Нет, сезон у нас завершается, именно наш сезон, небольшим сборным концертом. У нас еще на следующий день будет выезд. Но вообще филармонический сезон, да, завершается вот большим летним концертом. Для вашего коллектива, насколько он был насыщенным и насколько плодотворно поработали? Очень плодотворно поработали. Была новая программа, полностью вот, к 70-летию Победы, посвященная. Вот. Ну и так было очень много разъездов по городам, то есть по разным областям. Ну, очень насыщенно было у нас все, да. Не считали, сколько концертов? Нет, если будем считать, наверное, голова взорвется. Сотни, наверное. Ну да, да. Ну и давайте расскажем зрителям, насколько интересен будет этот сборный концерт, которым вообще в целом завершается сезон. Ну, он в любом случае будет интересен, потому что будут все коллективы творческие участвовать в филармонии. То есть зритель придет посмотреть не на кого-то именно, а все поднемножку представят свою капельку, так скажем, творчества. Ну, весело будет. We'll be right back.